Добрый день, участники фестиваля Golden Times. Я Марина Унил Спенсер, член вашего жюри по танцам и драме. Хочу пробежаться по вашим оценкам, ошибкам, замечаниям, пожеланиям и так далее. Значит, у нас было очень много участников. Я отжурила порядка 73 номеров. Вот, значит, в Contemporary OSD Dance 8. Но это больше театральный у вас жар, не contemporary, я бы сказала. Если бы вы заявились в театре, наверное, музыкальный театр, было бы лучше. Юлия Митина, 9, очень хорошая фотография, хореография, мне понравилась хореография. Анастасия Липкова, 7, хороший оператор, хорошая операторская работа, но танцев не было как-то, как их я не увидела. Та же Анастасия Липкова, 8, хип-хоп модерн. Опять-таки, пишу хип-хоп модерн, потому что это не contemporary у вас. Дальше, коллектив уличного танца «Импульс», 10, молодцы. Высшая оценка. Дальше. Даниляц София. Stage Dance. Стоп. Работайте над стопами, чтобы стопы тянулись. Стопы корявые у вас. Родничок. Фольклор. 8. Арт-шоу. Ставрополье. 10. New Age. Джулия Пальшинская. 10. Фольклор. Молодец. OSDC Dance Театр. 10 в этот раз. Головня Варвара и Жарко Полина. Прыжки. Прыгали там не вместе. У вас очень много прыжочков совместных, а вы не вместе прыгаете. Восьмерочка поэтому. Злата Жаркова 8, Антипова Алиса 7, Frozen. Опять-таки, типа мюзикл театр, без хореографии у вас получается. Головня Полина 10. Стюардесс очень понравился номер. Хорошая девочка, хорошая подготовка физическая. Вообще полная конфетка у вас номер. Сюрприз. Восьмерка. Не вместе. Лягушки вы танцевали. Жанр, я бы назвала это эстрада даже. Сюрприз, опять-таки, не вместе, выход шоссе, все в разнобой. Восьмерка. Магнифика шоу-данс. 9. Дальше Данилян София, 9, фламенко. Она же, восьмерка. Второй номер. Гафурова Зарина, 10, техника. Excellent, пишу. Замечательная техника у вас, Гафурова Зариночка. Молодец, хорошая девочка. Дальше. Зразкови, хореографический коллектив Мадагаскар. Восьмерка. Не хватило вам площадки развернуться. Маленький зал. Вот, дальше пошла Алена Гальченко, Мадагаскар 7, Ольга и София дуэт, Мадагаскар 8, Богдан Сакур, Мадагаскар 8, стопы не тянули, Владислава, Богдан, 9 дуэт, дальше Магнифика 9, Олеся Паршина, индийский танец, Болливуд 8, Assorted Ensemble 8, Viva Dance, хип-хоп, Египет, 10, очень хорошо, мне понравился хип-хоп, тематический, веселенький, коммерческий, молодцы. Хорошо отработали. Диана Цуркан, Мадагаскар, восьмерка. Витаминки, шаманы, 7. Витаминки, 9. Магнифика, 9. Бразильская тема. Осторожнее, это шаманские опять темы там. Бразильские, музыка специфическая. Изучите, прежде чем использовать. Дальше. Веселуха, 9. Зима-зима. Стилистика не подошла. У вас больше не классика. Вы заявляетесь в контемпорари. ДНК, восьмерка. Апрель. Русский народный танец 7, Калидзи 7, Русалки, Импульс 10, отлично, молодцы, супер. Селичевская, Милана 8, тот же опять Милана 8, второй номер София Дороган, семерка, стопы не тянете. Олеся Пашина 10, великолепно. Джамп 7, потому что напомнила набор упражнений. Соколова Милана 9, Реверанс 8, Гафурова Зарина 8, Кавказ. Позиции ног на поворотах не соблюдаются, когда вы делаете поворот шины руки в стороны на одном месте, на точке. Вторая нога приближается в шестую позицию, держится у куды пье, отметьте, потому что у вас в предыдущем номере великолепно было, десятку я поставила, здесь ошибочки. Засадная Александра, 8, держу Яна, 7, гвитанок ансамбль, 7, плясина фольклор, 9, плясина, 8, седьмое небо, 8, первоцвет, 10, отлично, молодцы, Олеся Пашина, 9, школа-интернат народного танца 9, кренделя березка, школа-интернат 9, сюрприз 9, первоцвет, линии держать, линии не было, 9, New Age 10, дальше Куталина ансамбль 7, апрель 8, Хельга Сигова 9, Ирина Евдокимова 9, Сивиль Бабаева 9, Кирилл Овси 10, Любовь Лапкина 10, Хельга Сирова 9, Черненко Виктория Вероника, 8, извините. Горбарян Жора Артурович, 8. Антонина Бартаж, 9. Она же 9-10. И Давина Ладевская, 9. Ну вот и все. Пожелания какие? Детки, педагоги и родители, работайте над стопами. Законченная линия – это очень важно у нас в хореографии.
То есть не когда обрывается вот так вот линия, да, а когда все-таки носочек тянется и продолжается подъемчик. Подколенную мышцу обязательно вытягивайте, занимайтесь растяжками, занимайтесь какими-то трюками, занимайтесь постановкой интересных номеров. Должен быть сюжет, сюжетика. Если нет сюжетика, то форма. Если нет формы, то хотя бы музыка какая-то. Ну, не должно это быть как набор просто телодвижений зумба, аэробика. Постарайтесь. Вот. Тем более вы выходите на международные конкурсы и хотите, чтобы мы вас журили. Поэтому как-то примите во внимание все наши замечания, пожелания. В любом случае уровень был очень неплохой у конкурса. Молодцы все. Очень много интересных моментов, много интересной хореографии, хороших коллективов и солистов. Я желаю вам всем здоровья, желаю вам всем успехов, свободы в творчестве. Вот. И встретимся вновь на фестивалях Golden Times. С вами была Марина О'Нил Спенсер, президент ЮНЕСКО, танцевального ЮНЕСКО региона Лигурии. И большой привет!